Давай на смерть. Володя автор самой лучшей в мире поэмы, посвященной нашему любимому президенту. Сейчас он прочитает самую лучшую в мире поэму, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Да, читай. Наша Россия, наш президент, у нас силы, право, честь. Россия. Сегодня здесь будет кинофестиваль, приходите. Правильно. Начинаем работать. Все, прекрасно. Отлично. Московский международный кинофестиваль «Самый лучший в мире». Сегодня здесь собрались кинозвезды со всей планеты. Поздравляем вас, московский кинематограф «Самый лучший в мире». Все участники московского кинематографа поддержали нашу инициативу «Несерых мистических кружей» имени Владимировича Путина на пост президента России. На выборах президента России. Поддержите нашу инициативу, поздравьте нашего президента, будьте любезны. С чем? Случай награды Гран-при Московского фестиваля и предстоящей триумфальной победы президента России. 2024 год Владимир Владимирович Путин. Из победы геройской операции. И мир должен знать. Спасибо, спасибо, благодарим вас. Спасибо, за царство Россия, наш президент. Сегодня здесь собрались на Московской международной фестиваль на звездную дорогу. Сегодня на звездную дорогу собрались все звезды российского мирового кинематографа. Вот он, Володя пришел. Володя, Глуховская группа «Несерых мистических», Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Константин Владимирович. Мы со всеми россиянами, со всем личным составом нашей доблестной непобедимой армии, МВД, ФСБ, полиция, Национальной гвардии России, лучшей в мире. Мы со всеми россиянами очень просим вас, Владимир Владимирович Путин, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Мы все голосуем, правильно, мы все голосуем за Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного, наш, наш.